Самого меткого полицейского определили в Златоусте. Сотрудники дежурных частей со всей Челябинской области встретились в городе Крылатого Коня на традиционном турнире. Соревнования проходят уже 17-й раз и посвящены памяти неоднократного чемпиона мира и Европы по пулевой стрельбе Владимира Чуяна. Как златоустовские стражи порядка проявили себя в областных состязаниях, расскажем в следующем сюжете. Стрельбу останавливаем по моей команде. Занять удобную позицию, сделать глубокий вдох, затем точно прицелиться. Такую тактику на линии огня выбирает почти каждый полицейский. Задача максимум – попасть в яблочко. Турнир проходит в два этапа. На первом участники трижды стреляют из пистолета с дистанции 25 метров. Затем соревнуются в меткости и с того же расстояния производят 10 выстрелов за 5 минут. Два залога успеха, то есть психологический настрой и практика. Как показывает, это и есть результат. Сложив табельное оружие, стражи порядка спешат к мишеням и, не дожидаясь результатов турнира, подводят итоги своей стрельбы. Желательно, чтобы она никогда не пригождалась, в принципе. Ходим, тренируемся постоянно и повышаем свой профессиональный уровень в этом. Повторюсь, что лучше бы, конечно, ни для кого она не пригождалась. Стражи порядка со всей области ежегодно соревнуются в меткости. Турнир посвящен памяти Владимира Чуяна, неоднократного чемпиона мира и Европы по пулевой стрельбе, подполковника милиции в отставке. В этот раз в состязаниях приняли участие более полусотни полицейских из разных уголков Южного Урала. Данный турнир проводится среди сотрудников дежурных частей. Дежурная часть межмуниципального отдела города Златоуста по итогам прошлого года является у нас лучшим подразделением. Челябинской области. На основании этого мы решили право проведения турнира предоставить именно городу Златоусту. По итогам турнира из 6 призовых мест 3 заняли златоустовцы, в том числе и почетное первое. С результатом 92 очка победителем стал оперативный дежурный Алексей Чугунов. Капитану полиции вручили переходящий кубок и денежную премию в размере 10 тысяч рублей. Очень доволен уровнем подготовки. Ну, конечно, ведомство охраны нас немножко всех перестреляло. Поэтому есть куда стремиться всем остальным. В следующем году стражи порядка вновь сразятся в меткости. А на этот раз участники увезли с собой из Златоуста впечатления не только от турнира, но и от горного города. Полицейские побывали на экскурсии по историческим местам и в музее златоустовской милиции.